Приятная компания. И большая. И большая. Солидная. Дорогие друзья, дорогие коллеги, давайте я вас поприветствую. Я очень рад, что сегодня мы нашли возможность провести такую встречу, такое общение. Вы знаете, что еще в прошлом году, когда была инаугурация, я обещал, что сделаю все возможное, чтобы создать разные инструменты для того, чтобы президент более активно общался с представителями гражданского общества. И впервые за 26 лет независимости при президенте была создана общественная палата, как называют некоторые, но такой совет, где включены представители разных секторов, сегментов гражданского общества. Когда мне предложили создать отдельную комиссию, в которой были включены все представители народов, которые живут в Молдове, потому что вы представители народа, вы граждане Молдовы все, и мы этим гордимся, но мы сильны именно тем, что здесь, в Молдове, проживают представители разных национальностей. Я, безусловно, принял это предложение, и мы создали эту комиссию. Поэтому я очень рад, что мы сегодня с руководством этой комиссии встречаемся. Я знаю, что у вас были до этого и другие заседания. Вы обсуждали разные вопросы. Вы выходите с предложениями, которые мы, большинство из которых мы поддерживаем. Поэтому сегодня в рамках этой встречи я хочу с вами обсудить и узнать ваше мнение, вашу позицию по поводу очень многих тенденций, инициатив, которые происходят в нашем обществе. Хочу вас проинформировать, что сегодня с утра я подписал отказ и направил парламенту отказ промульгации закона, так называемого закона по антипропаганде. Я считаю, что он не соответствует конституционным нормам Республики Молдова. Я его отправил обратно в парламент. Парламент в ближайшие дни должен принять решение, что делать, переголосовывать, либо принимать во внимание те соображения и предложения, которые мы направили. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Но моя позиция здесь принципиальна, я не намерен этот закон промультировать. Так что вы знали, с утра мы это уже сделали. Пожалуйста. Уважаемый господин президент, уважаемые руководители и представители республиканских и районных этнокультурных организаций, я приветствую вас от имени Комиссии по межэтническим отношениям Совета гражданского общества при президенте Республики Молдова. Особую важность этой встречи придает тот факт, что она является совместной инициативой общественных организаций и Комиссии по межэтническим отношениям. Этнокультурные общественные структуры являются активными проводниками одной из демократических функций гражданского общества, предполагающей создание неполитических каналов для представления интересов особых групп населения, к которым относятся национальные меньшинства. Молдова – уникальная страна. В Молдове в результате многовекового совместного проживания различных национальных, лингвистических, религиозных сообществ сформировались традиции межэтнической и межрелигиозной толерантности. Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, подчеркнуть, при главе государства создан общественный совет. Я хочу напомнить, что в 1948 году Организация Объединенных Наций после завершения Второй мировой войны приняла Всеобщую декларацию прав человека. На следующий год будет 70 лет с момента принятия этой декларации. Это своеобразный юбилей. И мы от имени комиссии так обговорили и предложили бы аппарату президента изучить возможность, если это будет приемлемо и необходимо, объявить следующий год годом прав человека в Республике Молдова. И это будет символично, потому что объявлен 18-й год годом Штефана Челмари и как раз симбиоз этих двух великих дат будет дополнять одно другое. И обсуждали наболевшие проблемы, вышли с предложениями, что предложить. Decizie șefului statului pentru merit în promovarea politicii de stat
de armonizare relațiilor interetnice în Republica Moldova și contribuție la cultivarea valorilor comune și a dialogului intercultural, în scopul consolidării sistemului de protecție a minorităților naționale, s-a conferit diploma de onoare a președintelor Republicii Moldova, următorilor asociații poștești ale minorităților naționale. Comunitatea ucraineană din Republica Moldova. Societatea Prosvita Taras Șevcenco din Moldova. Comunitatea Rusă din Republica Moldova. Asociația Pictorilor Ruși din Republica Moldova în ARC. Comunitatea Găgăuză din Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, vă invităm la fotografie comună cu președintele Republicii Moldova.